Министр инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов предложил ввести дифференцированные тарифы на потребление воды. По его словам, так можно стимулировать население экономить. Будет определена оптимальная норма потребления, достаточная для комфортного проживания семьи. Но перед этим нужно провести капитальный анализ во всех регионах. По данным министерства, доступ к питьевой воде в стране более 94%. Этот показатель обещают увеличить до конца года, а к 2025-му обеспечить на 100% качественной питьевой водой. Сейчас наименьший уровень охвата сельского населения отмечается в Кустанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях. Сегодня у нас 1922 села, где не хватает качественной питьевой воды. В каждом селе разное количество жителей. Есть села, из этих сел порядка, вы знаете, вот цифры сейчас, около 700 с лишним сел, это села, где меньше, чем 200 человек проживает.